правительстве обнародовали перечень из 17 крупных проектов в области высокопроизводителей и экспортоориентированной обрабатывающей промышленности, призванных способствовать созданию кластеров высокого предела. Общая сумма вложений инвестиций в эти производства составит более 15 триллионов тенге. Их реализация создаст больше 26 тысяч новых рабочих мест, увеличит экспорт на 6 триллионов тенге и обеспечит импортозамещение на сумму 1,5 триллиона тенге. Принятые меры также способствуют созданию высокотехнологичных производств, повышению квалификации местных кадров и заключению офтейк-контрактов с отечественными производителями, говорится в сообщении. Отмечу, что проекты запускаются в рамках реализации послания президента страны.